Как коммитить файлы? Вот я сделал несколько изменений здесь в package.json. После этого я нажимаю VCS и добавляю комментарий. Допустим, вот я сделал какие-то изменения. Допустим, удалил вот эту штуку. Нажимаю VCS. Здесь добавляю нужный комментарий, удаленные dependency, и нажимаю commit. Commit, он будет здесь сохранять изменения только у меня на компьютере. Когда я сделаю commit and push, он сохранит изменения и у меня на компьютере, и добавит их в удаленной репозитории на GitHub. Я только что был сделал commit на локальной репозитории, и вот он у меня сохранился, delete node dependencies. Мы видим, что head master отличается от origin master. Origin master находится на шаг назад. Для того, чтобы выровнять их между собой, необходимо сделать VCS, git, push и пушним эти наши изменения. После этого видим, что push successful, и видим, что уровень head master, origin master выровнялся. Если мы перейдем на репозиторию нашей Lepta Challenge, куда я, по сути, сделал commit, учитывая, что его делал я, как Сергей Шаповал, то мы увидим, что package.json обнулен с последним нашим комментарием.